Иногда мне кажется, что те, кто говорит о химтрейлах, так ли я называю, в общем-то правы. Вот сейчас я вижу такую гряду, которая распространяется на все небо. И это точно след самолета. Вот таким образом расширившийся, да тут еще и вон следы. И часто они у нас тут пролетают часов в 5 утра. Ну, то есть на рассвете. Вот почему-то солнышко встает, и вместо с солнышком начинаются вот такие пролеты. Я не знаю, для чего это делается. Хотя услышал, что в Америке требуют запретить химтрейлы, поскольку ими разбрасывали какие-то вещества для того, чтобы, в общем, как-то снизить угрозу ураганов. Якобы там чего-то скапливается, и вот, оказывается, это ничего не дало, и земля также нагревается, как и нагревалась, и поэтому ураганы такие же у них, да еще и интенсивней стали. Что у нас происходит, зачем у нас это делается, я не знаю. Но то, как показали, как это делают для вызова дождя в Якутии, это, наверное, правильно, потому что, ну, там ведь просто серебро или там как-то окисел серебра, как это называется. Зачем это вот в такую погоду у нас сделали? Вон сколько такой широкой полосой налетали. Я не знаю. Дождя вроде нам сейчас не обязательно. Выскажите свое мнение, но только я вас прошу, тут без ругани, без всякой пакости и без всяких, значит, экстремистских высказываний. Мы канал пытаемся сохранить, он у нас добрый, ангелы не ругаются, поэтому и вы будьте ангелами, не надо здесь ругаться. Просто серьезно и спокойно объясните мне, что это может быть.